10:00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот главная тема выпуска. Из-за наплыва мигрантов Латвия вводит режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией, а в Литве решили строить стену. Расскажем, что происходит на европейских границах. США не откажется от вывода своих войск из Афганистана, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в регионе. Талибы тем временем захватили еще одну столицу провинции. И как будут формироваться цены на недвижимость в Казахстане? Чего ждать от рынка? В обзоре деловых новостей расскажем подробнее об этом и не только прямо сейчас. В Латвии из-за наплыва мигрантов ввели чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Правительство страны поручило силой выдворять нелегалов. Кроме того, Кабинет министров Латвии распорядился прекратить прием прошений о статусе беженца в районах, где действует режим ЧП. По официальным данным, за последние сутки на границе с Белоруссией были задержаны почти 200 человек, а за предыдущие трое суток 160. Литва, Латвия и Евросоюз считают, что Минск намеренно организовал переправку нелегальных иммигрантов или же перестал ей препятствовать из-за санкций. Тем временем в соседней Литве одобрили строительство 500-километрового заграждения на границе с Белоруссией. Решение также приняли на фоне резкого притока нелегальных мигрантов из соседней республики. С начала года более 4000 человек попали в Литву незаконным путем. Для сдерживания потока беженцев будет построен забор высотой 4 метра с колючей проволокой. Ориентировочная стоимость работ составит 152 миллиона евро. Причем в Еврокомиссии от финансирования проекта сразу же отказались, посчитав нецелесообразным строительство преград и барьеров за счет фондов ЕС. Заграждение построят за счет литовских бюджетных средств. Нам необходима твердая и надежная граница. Обеспечить это благодаря в том числе постройке физического барьера надо как можно скорее. Президент Джо Байден не жалеет о своем решении о выводе американских войск, несмотря на то, что ситуация в Афганистане ухудшается. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов. Байден сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать выполнять свои обязательства по оказанию воздушной поддержки, снабжению афганских сил продовольствием и оборудованием, а также выплате заработной платы. Но он подчеркнул, что, цитата, афганские силы должны сами захотеть воевать. Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тысяч афганских военнослужащих. Они превосходят талибов по численности. Я думаю, что все еще есть возможность. У них есть наш эквивалент министра обороны в Афганистане, Исмаил Хан, который является серьезным бойцом. Я думаю, что они начинают понимать, что им нужно объединиться политически на самом верху. И тем не менее, мы собираемся продолжать выполнять свои обязательства. Но я не жалею о своем решении. Представители движения «Талибан» заявили о захвате административного центра провинции Баглан на севере Афганистана. Представители боевиков сообщают, что было занято местное разведывательное управление и другие госучреждения. Талибы продолжают вытеснять из города оставшихся военных афганской армии. Отмечу, накануне стало известно о захвате боевиками столицы провинции Фарах на западе страны. Как отмечает турецкое агентство «Анадолу», за последние 5 дней афганские правительственные силы потеряли контроль над 5 административными центрами. Боевики начали свое наступление ночью. Они 4 раза атаковали здание штаба полиции. Но, к счастью, мы смогли их остановить. На фоне обострения ситуации в Афганистане завершились совместные учения российских, таджикских и узбекских военнослужащих. В Министерстве обороны России подчеркнули, что участники впервые продемонстрировали применение межвидовой группировки войск с поддержкой авиации. По тактических маневрах на территории Таджикистана приняли участие 2500 солдат и около 500 единиц техники. 42 человека погибли из-за лесных пожаров в Алжире, в том числе 25 солдат, направленных на тушение огня. В Министерстве обороны сообщили, что еще больше военных получили тяжелые ожоги.
Густые клубы дыма окутали большую часть горного региона Кабилия к востоку от столицы. Десятки пожаров бушевали в лесных районах на севере Алжира с вечера понедельника. Местные жители с помощью веток деревьев пытались самостоятельно потушить горящие участки леса. Пожарные и армия все еще локализуют пожары. И сейчас первоочередная задача – это избежать новых жертв. Мы боремся с огнем, чтобы защитить хотя бы дома. По крайней мере, мы эвакуировали пожилых людей, а сами остались. А в Перу на подмогу тоже вызвали военных. Перуанские ВВС тушат лесные пожары, бушующие в регионе Куско. Поскольку ветреная погода в регионе раздула новые очаги пламени, военно-воздушные силы страны сосредоточили свои усилия, чтобы остановить распространение огня. Отмечу, в Куско находится цитадель инков 15 века Мачу-Пикчу. По словам властей, археологическим руинам ничего пока не угрожает. ООН опубликовала доклад о климате, в котором говорится, что глобальное потепление находится в опасной близости от того, чтобы выйти из-под контроля. Ужасное предупреждение прозвучало в тот момент, когда Бразилия пытается усмирить пожары в регионе Мату-Гросу. Лесной пожар, начавшийся 7 августа, уже уничтожил почти 2300 гектаров растительности и пастбищ. Директор по науке Института исследований окружающей среды Амазонии Анне Аленкар заявила агентству Reuters, что если не предпринять немедленных действий по сокращению выбросов, средняя глобальная температура перейдет порог потепления в 1,5 градуса по Цельсию в течение 20 лет. Лунная программа США под угрозой. Американские астронавты не смогут высадиться на поверхность Луны в 2024 году из-за проблем со скафандрами. По данным НАСА, задержки в поставках привели к серьезнейшим препятствиям в подготовке пригодного для полетов обмундирования. Это объясняют нехваткой финансирования, пандемией и техническими проблемами. Отмечу, на сегодняшний день комплектующие для костюмов поставляют почти 30 различных предприятий. Свою помощь в разработке уже предложил основатель SpaceX Илон Маск. Именно его компания в начале года получила 3-миллиардный контракт НАСА на отправку астронавтов на Луну. Вернемся в Казахстан. В Шымкенте готовятся к новому учебному году. До начала занятий осталось меньше месяца. Главный санитарный врач мегаполиса уже заявил, что дети сядут наконец-то за парты. Сейчас школы приводят в порядок. О новом учебном годе с санитарными требованиями в материале Екатерины Попковой. В лицее номер 24 заканчивают последние приготовления к учебному году. Здесь обновили кабинеты, усилили санитарный контроль. Теперь путь к знаниям лежит через термометр, турникет с распознаванием лиц и приложение АШИК. Вы сейчас видите, при входе у нас работает и турникет, и дисковрик, и антисептики у нас все есть, и АШИК тоже у нас есть. По системе АШИК тоже мы людей принимаем в школу. Статус обещает проверять не только учителей, но и у родителей. Меры безопасности придется соблюдать каждому, говорит директор школы. Пока это приходится делать тем, кто захотел учиться в летней школе. Тут устраняют пробелы в знаниях после удаленки. Мы с 1 сентября пойдем в школу. Сейчас подготовка идет у нас. Преподавательница дает нам преподать, все уроки показывает, читает. Она у нас молодец. А это уже разработка учеников. Бесконтактный антисептик собрали из того, что нашли в кабинете робототехники. Устройство оказалось в тренде и теперь решили сделать такое для других кабинетов. Детям интересно стало. Вот здесь повесим и пусть автоматически работает. И не надо трогать его. Учителя и родители рады. Наконец-то дети сядут за школьные, а не за домашние парты. Для соблюдения дистанции здесь везде расчертили разметку. QR-код тоже на каждой двери. Вход в здание будет только через приложение. QR-код сделали не только на входе, на каждой двери он. Это для удобства, чтобы не было столпотворения.
Головной болью для управления образования были трехсменные школы. Это те учебные заведения, где в одном классе по 40, а то и больше учеников. В этом году к так называемым резиновым школам ограничили набор первоклассников. У нас в Шымкенте, конечно, были проблемы, которые есть школы, которые в классе около 40 детей. В этом году насчет этого полностью, можно сказать, отработано. Поставили ограничения. Те школы, где много детей, трехсменным школам поставили ограничения, потому что открываются частные школы и государственные. Есть свободные места. Тем временем в Шымкенте дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом. По данным главного санврача, только за этот месяц больше 2000 случаев. Таких показателей не было с начала года, поэтому аудиошколы будут вести постоянно. Ну, нарушение, я вам скажу сразу. Отсутствие санитайзера, отсутствие деления, там чистая зона, там грязная зона, отсутствие вот этот разного рода безмашечный режим. Там кабинетную систему тоже запрещали, но они работали такого характера. И были занижены дезинфицирующие средства в процентном отношении. Ну, вот из-за этого тоже наказание получили они. Уже в августе специальные комиссии проверят готовность школ к новому учебному году. Если нареканий не будет, учебные заведения откроют свои двери для учеников. Катерина Попкова, Азамат Саметов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. Несмотря на сокращение количества сделок, жилье в Казахстане продолжает дорожать. За июнь стоимость квадратных метров на вторичном рынке увеличилась более чем на 1%. Ну а в масштабах года рост составил уже почти 25%. Поднялись также цены на новостройки и арендное жилье. Такие подсчеты привели в Бюро национальной статистики. Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прогнозировали, что ситуация на рынке недвижимости стабилизируется уже в июне. По расчетам ведомства, к этому времени в стране должен был спасть ажиотаж, связанный с пенсионными накоплениями. Почему этого не произошло? Об этом в деловом обзоре расскажет Камила Тасланбекова. Ценовой пузырь образовывается на рынке недвижимости Казахстана. К такому выводу пришли аналитики телеграм-канала «Тенгеномика». В своем анализе они сопоставили динамику потребительской инфляции со стоимостью квадратных метров. Их ожидания таковы, что формирование так называемого пузыря будет долгосрочным и продлится от 2 до 4 лет. После этого цены на недвижимость в стране должны скорректироваться. Произойдет это, скорее всего, в результате очередного циклического спада экономики. По данным экспертов, долгосрочный рост цен на вторичное жилье опережает накопленную с 2012 года инфляцию в Казахстане на 37 процентных пунктов, аренду на 9 пунктов. Такая ситуация наблюдалась в период с 2013 по 2016 годы. Тогда рынок недвижимости в стране перегрелся на фоне падения курса тенге к доллару. В настоящее время цены на жилье выросли из-за предоставленной возможности использовать пенсионные излишки, считают авторы телеграм-канала. И к другим темам. Казахстанские предприниматели продолжают выступать против маркировки товаров. Бизнес не согласен с понижением порога НДС и введением 2D-сканеров. По словам президента Ассоциации торговых предприятий Жибек Ажибаевой, Комитет государственных доходов взял курс на увеличение финансовой нагрузки. Она сообщила, что под угрозой работа 50 тысяч магазинов у дома. К позиции этой ассоциации присоединились еще 5 различных объединений, в их числе Масложировой союз и производители безалкогольных напитков и соков. Предприниматели считают, что информационная система маркировки и прослеживаемости товаров дублирует программу электронных счетов фактур. В целом, проект маркировки товаров представители ассоциации назвали сырым, а приведет он к подорожанию продуктов. Так как его внедрение требует дополнительных затрат. Вот эта вся маркировка, это однозначно приводит к повышению цен и приведет к повышению цен. Хотя вот наш президент неоднократно говорит, что нужно поддерживать бизнес предпринимателям, снижать налоговую нагрузку, уменьшать отчетность вплоть до сдачи одной финансовой отчетности. Но на практике получается наоборот. Особенно мы это убеждаемся именно по маркировке сигарет. Тем более сейчас
дополнительно и здравоохранение тоже, антиреклама идет. Как вы все знаете, все полки с сигаретами у нас закрыты, клиент не видит. Ну, в общем, со всех сторон очень сложно работать. О маркировке табачных изделий рассказали в Комитете государственных доходов. В полной мере она заработала в стране с октября прошлого года. Действующие до этого акцизные марки не обеспечивали прослеживаемость товаров и защиты. Усилить это решили цифровым способом за счет использования так называемых дата-матрикс-кодов. Как разъяснил главный эксперт управления администрирования акциза Нурдаулет Орынтай, предпринимателям не нужно нанимать дополнительных специалистов и покупать оборудование. Все можно настроить самостоятельно. Много вопросов задают, почему не считывает дата матрикс код. Там он на самом деле сканер, ему без разницы, он все считает. Просто вопрос в самом кассовом аппарате. Иногда бывает, что наименование товара новое, а в этом кассовом аппарате этого наименования нету. Тогда он его не распознает, касса. В связи с этим есть на сайте единого оператора инструкции по самостоятельному добавлению номенклатуры товаров в онлайн-кассы. Соответственно, это можно сделать бесплатно. На этом у меня все. До встречи. Сейчас перенесемся в Грузию. Там инфляция бьет антирекорды. Ситуация сложная, особенно сейчас, когда экономика страны только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Зарплаты жителей на прежнем уровне, а вот рост цен уже не остановить. Например, за год на 14% подорожали безалкогольные напитки, а на 11% выросли цены на коммунальные услуги. Что повлияло на разгул инфляции и какие прогнозы дают экономисты, выясняла наш собственный корреспондент в Грузии Юлия Тужилкина. Впервые за 10 лет в Грузии практически вышла из-под контроля инфляция. 12% годовых при целевом показателе 3%. За год здесь взлетели цены на коммунальные услуги, бензин и практически все товары и услуги. К примеру, транспорт в стране подорожал за год на 22,5%. Продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 14%. Здравоохранение на 11%. В Грузии дорогие сейчас даже сезонные фрукты, потому что большую часть вывозят на экспорт. Вместе с тем снизилась покупательская способность граждан. Даже несравнимо, очень все дорого. Доход маленький, мы не можем угнаться за ценами. По-моему, примерно в 3 раза все цены на продукты увеличились. Крестьяне в очень тяжелом положении. Все очень дорого. 10 лари прибавляют к пенсии, на 15 лари повышают продукты. Не только я, это сейчас все могут подтвердить, что положение тяжелое. У меня люди теперь покупают по одной штучке овощи и фрукты. По одному помидору, по одному огурцу. Грузия – страна, которая крайне зависит от импорта. Большую часть потребляемой продукции сюда завозят из-за рубежа. Поэтому повышение цен на мировом рынке напрямую бьет и по экономике страны, и по кошельку граждан. С этим связан рост инфляции, объясняют специалисты. Высокую инфляцию надо анализировать по двум направлениям. Первое – это насколько она создает проблемы по стабилизации цен. По-моему, на этом этапе больших рисков нет, так как Нацбанк сделал некоторые шаги. Ужесточил монетарную политику, что в дальнейшем должно подействовать на уровень цен. Второе направление – это социальные затраты. Вот тут большая проблема, так как показатель инфляции довольно высок, а зарплаты быстро не растут. Еще в январе процент инфляции был значительно ниже, но при ежемесячном росте достиг рекордного показателя в июле. Помимо прочих факторов, негативно влияет и ПИД-ситуация, и внутренние политические процессы. Исходя из этого, специалисты не прогнозируют снижение инфляции в ближайший год. Юлия Тужилкина, Шалва Сурвилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. В Гвинее выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как болезнь зеленых мартышек. Вирус выявили на юге страны. Сообщается, что зараженный мужчина заболел 25 июля и скончался всего лишь спустя неделю. Его лечили от малярии. Тест на вирус Эбола дал отрицательный результат. Однако посмертное изучение образцов тканей подтвердило наличие в его организме лихорадки Марбурга. Известно, что заболевание вызывает вирус, похожий по своим свойствам на вирус лихорадки Эбола.
Впервые болезнь Марбурга была обнаружена в 1967 году в Германии. Источником инфекции стали ввезенные для опытов из Африки зеленые мартышки. Позже вспышки болезни наблюдались в Судане, Кении, Анголе, Уганде, ЮАР и Демократической Республике Конго. Болезнь Марбурга очень похожа на Эболу. Одни из первых симптомов – высокая температура, сильная головная боль и слабость. Разница между болезнью Марбурга и лихорадкой Эболы заключается в том, что на сегодня у нас нет от нее вакцины. Сейчас мы находимся на этапе клинических испытаний препаратов. Между тем, органы здравоохранения Гвинеи ведут наблюдение за 155 людьми, которые могли контактировать с подтвержденным случаем заболевания вирусом Марбурга. Случай заболевания Марбургом, который, по словам ВОЗ, стал первым в Западной Африке, был подтвержден в Гуэкеду на юго-востоке Гвинеи. Вирус циркулировал среди животных, особенно летучих мышей. Патогены, как правило, переходят от животных к людям в этом регионе из-за охоты и употребления мяса. Сейчас реклама, а далее продолжим. Мы продолжаем. Власти Португалии будут вакцинировать от коронавируса подростков от 12 лет. Решение было принято, несмотря на неутихающие в обществе дискуссии на эту тему. Ученые опирались на многочисленные медицинские исследования, которые ранее проводились в странах Евросоюза и США. Всего же медикам предстоит привить около 400 тысяч несовершеннолетних. Именно столько подростков, по данным статистики, проживает в Португалии. Для вакцинации европейский регулятор рекомендовал применение вакцин компаний Pfizer, BioNTech и Moderna. Отмечу, что на сегодня эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Португалии остается достаточно сложной. За последние сутки в стране выявили около 2000 новых случаев заражения ковидом. Тем временем в Шымкенте пришедшим на вакцинацию от коронавируса дарят подарки. Об акции объявил один из университетов. В здании учебного заведения открыт прививочный пункт, и теперь студенты, получившие там первый компонент, могут поехать в однодневный автотур по сакральным местам или получить путевку в лагерь. Среди вакцинированных также обещают разыграть и новый смартфон, сертификат на бесплатную сдачу международного экзамена по английскому языку. А вот преподаватели ждут денежные поощрения и путевки в санатории. Организаторы таким образом хотят увеличить темпы вакцинации. К слову, поощрять за прививку решили и в городском управлении здравоохранения. В прямом эфире там обещают разыграть два смартфона среди тех, кто получил один компонент с 6 или первый компонент с 6 по 15 августа. Сейчас к нам приходят преподаватели, студенты, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Это ведь единственная эффективная защита на данный момент. После того, как объявили акцию с подарками, желающих привиться стало еще больше. Конечно, это радует. 154 казахстанца скончались от COVID-19 и пневмонии за 9 августа. Такие цифры приводят в Министерстве здравоохранения республики. Сейчас лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать почти 113 тысяч человек. В тяжелом состоянии находятся больше 1500 пациентов. По данным межведомственной комиссии, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено на сегодня 215 больных. Тем временем в Казахстане зарегистрировано больше 7,5 тысяч новых случаев заболевания ковидом за прошедшие сутки. Списки антилидеров без изменения. По-прежнему высокие темпы распространения коронавирусом сохраняются в столице. Плюс больше 1000 инфицированных. Алматы почти 1500 и в Карагандинской области плюс свыше 1000 больных. Отмечу, всего с начала пандемии в стране выявлено порядка 657 тысяч заболевших коронавирусом.
Между тем, по состоянию на 11 августа, все регионы Казахстана находятся в красной зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. Такие данные озвучила Межведомственная комиссия. Напомню, накануне в желтой зоне находился один регион, это Туркестанская область. Сейчас эфир продолжит программа «Между строк», и вот что вы увидите далее. Наконец-то поставил подпись Лионель Месси и заключил контракт с Пари Сен-Жермен. Как футболиста встретили болельщики в Париже? Инвестиции в будущее. Как можно заработать на фондовом рынке и во что вкладывать начинающему инвестору? Об этом расскажем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Какие права получают вакцинированные и чего лишаются непривитые? Во многих европейских странах двухклассовое общество уже стало реальностью, пишет немецкое издание Handelsblatt. Джо Байден, обычно довольно сдержанный в плане резкой риторики, недавно заявил о пандемии непривитых и обратился к гражданам, сказав, что значение имеет каждая прививка. Во всех тех странах, где уровень вакцинации превышает 50%, постепенно происходит процесс предоставления вакцинированным людям привилегий или, если посмотреть на это с другой стороны, возвращение им основных прав, говорится в статье. При этом чаще всего речь идет о западных странах. Так, с пятницы в Италии действует обязательный зеленый паспорт. После этого для посещения почти всех общественных мест потребуется как минимум одна прививка, подтверждение перенесенного заболевания или отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее, чем за 48 часов до его предъявления. Французам также придется доказывать, что они прошли полную вакцинацию или выздоровели. Сделать это можно посредством паспорта здоровья. Он доступен как в бумажном, так и в цифровом виде. Издание продолжает. В Великобритании начал действовать цифровой ковид-пропуск, а в США вакцинированные уже пользуются привилегиями. Так, рестораны, бары, спортзалы и другие заведения в Нью-Йорке обязаны проверять у клиентов сертификаты прививок, наличие которых стало допуском к полноценному участию в общественной жизни. Биткоин как потенциальную экологическую катастрофу рассматривает французское издание «Фигаро». Биткоин, курс которого достигает 60 тысяч долларов, произведение искусства, продаваемое в виде цифровых токенов, энергетический след, который растет как на дрожжах. О криптоактивах никогда так много не говорили, как в 2021 году, начинает статью журналистка Ингрид Вергара. Далее она акцентирует внимание на майнинге, то есть на добыче биткоина, который является энергоемкой деятельностью и потому не лучшим образом влияет на окружающую среду. Сложные вычисления, выполняемые 24 часа в сутки фермами с мощными компьютерами для проверки и защиты транзакций в блокчейне биткоина, потребляют 70 тераватт-часов энергии в течение года, что эквивалентно потреблению такой страны, как Бельгия, с ее 11 миллионами жителей, говорится в статье. Такие данные приводит Кембриджский центр альтернативных финансов. Методы расчета являются предметом споров, однако возникает уверенность в одном. Такое потребление энергии увеличилось с начала года из-за стремительного роста спроса и жесткой конкуренции в секторе майнинга, который стал очень прибыльным. Власти КНР даже запретили деятельность всех майнинговых компаний в стране, обнаружив связь между бумом криптовалюты и ростом незаконной добычи угля на закрытых шахтах. Автор статьи называет решение, позволяющее нивелировать вред от майнинга. Например, французская компания Big Block Data Center работает над созданием майнинговых ферм с упором на гидроэнергетику. По информации издания, казахстанские партнеры фирмы на 100% используют эту зеленую электроэнергию, покупая излишки у национальных производителей. В Якутии обнаружили двух львят, замороженных со времен ледникового периода. Животные вмерзли в лед более 43 тысяч лет назад. При этом в идеальном состоянии сохранились даже их усы, шерсть и зубы, передает телеканал CNN. Ученые полагают, что животные, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней Восточной Сибири тысячи лет назад. На тот момент им было около 1-2 месяцев. Вероятно, они погибли в оползне или упали в трещину. Львята оказались одной из лучших находок до исторических млекопитающих, отмечает телеканал.
Собаки-экстрасенсы. Могут ли наши четвероногие друзья определять, когда мы лжем? Исследователи из Венского университета проверили эту способность собак с помощью так называемого теста на понимание ложных убеждений. В ходе исследования 200 собак разных пород наблюдали за тем, как экспериментатор прятала кусочек пищи под одним из двух контейнеров. Потом она перемещала еду. Хозяин собаки либо просто следил за тем, как еду прячут, либо также был свидетелем того, как коробочки менялись. На следующем этапе хозяин жестом указывал на контейнер, будто желая показать собакам, где находится еда. В одном случае человек намеренно показывал на неправильный вариант, а в другом могла произойти ошибка, основанная на предположениях наблюдателя. Поскольку хозяин не видел перемещений, то предполагал, что еда все еще находится под контейнером А, передает Фокус. Эксперименты показали, почти 60% собак предпочитали доверять собственным глазам, а не указаниям человека. Таким образом, собаки продемонстрировали, что могут определять, когда человек лжет, а когда просто заблуждается. Благоприятная для инвестирования ситуация сложилась на казахстанском фондовом бирже. Рынки, так говорят финансисты, однако по сравнению с зарубежными, на отечественных биржах ограниченное количество инструментов для вложений. Увеличить их число могла бы программа IPO, но компания не спешит в ней участвовать. Почему они не заинтересованы размещать свои акции на биржах? В ситуации на фондовом рынке разбиралась Камила Тастанбекова. Начинать инвестировать нужно с умом. И тут абсолютно не важно, какой суммой вы располагаете. Главный секрет успеха – планирование и наличие конкретной цели. Об этом на личном опыте знает семья Репниковых. Фондовый рынок для Александра и Людмилы из разряда увлечений перешел в работу. Мы познакомились в Алматы, жили как все, детей тогда не было. Задумались о теме финансов, когда переехали уже жить в США. 3 года жили в США и работали. Там эта тема больше очень сильно развита. Когда вернулись в Казахстан, Александр задумался о том, как построить такой же пенсионный портфель, как в США. В итоге пошел учиться, выучился, закончил MBA со специализацией в международных финансах. Семейным инвестиционным портфелем управляет Александр. Капитал, который они собираются потратить в ближайшие 6-7 лет, сосредоточен на локальном рынке в Казахстане. В основном это вложения в паевые инвестиционные фонды и через приложение Табыс. Есть в портфеле и ограниченное количество акций. Остальное представлено в пассивных индексных фондах за рубежом. О своем опыте Александр рассказывает в книге о сбережениях и инвестициях. Также они с супругой ведут телеграм-канал. Весь процесс финансовой грамотности он займет где-то примерно год-полтора, пока вы наберетесь нужного уровня, подберете инструменты в портфель, с которыми будете идти дальше. Пока этот процесс не закончился, я рекомендую ограничить вложения, то есть всем капиталом заходить не надо, ограничьте там с какой-то малой его долей. Начинать нужно с 10% от своего дохода, ни больше, ни меньше. Тема инвестиций среди казахстанцев набирает популярность. Этот факт подтверждают и подсчеты КАСЕ. Только в конце июля там зарегистрировали 180 тысяч счетов физических лиц, открытых для инвестирования в ценные бумаги. Это почти на 50 тысяч больше, чем было в начале года. Для примера, количество счетов, созданных за весь прошлый год, чуть меньше 30 тысяч. А с начала 2021-го на казахстанской фондовой бирже заключено 24 тысячи сделок. Это почти на 3% больше, чем в 2020-м. Эта динамика, конечно, представителей биржи очень радует и является достаточно показательной. И связана она, на наш взгляд, прежде всего с двумя факторами. Во-первых, это рост финансовой грамотности физических лиц. Также в последние год-полтора-два мы наблюдаем очень высокий темп цифровизации брокерских услуг. Создание брокерскими организациями мобильных приложений, появление возможности удаленной идентификации клиентов, удаленного открытия счетов. Несмотря на это, перечень инструментов для инвестирования на локальном фондовом рынке остается ограниченным, а некоторых вообще нет. Именно поэтому казахстанцам приходится выходить на зарубежные площадки. Редко отечественные компании проводят IPO, хотя это могло бы благоприятно отразиться как на их финансовом состоянии, так и на розничных инвесторах.
Когда на рынке больше частных игроков, да, то есть акционер, он всегда заботится о чтобы все работало хорошо и капитализация компании росла. Частная собственность, она всегда лучше, намного эффективнее, чем госсобственность. Когда это уже в частных руках, то у всех, и у работников, и у владельцев всегда, и у топ-менеджмента, всегда большая заинтересованность, чтобы были хорошие показатели. У большинства казахстанских компаний, по словам Армана Батаева, есть потенциал для выхода на биржу. Однако мало кто им пользуется. Причина в том, что публичный статус, которого требует IPO, не выгоден для топ-менеджмента. Обычно классические, то есть за рубежом, они по нулевой стоимости, то, что выпускается на рынок, какую-то часть берут акции, да, или там по заниженной, или с дисконтом большим. И топ-менеджмент всегда заинтересован, чтобы компания вышла на IPO, чтобы она могла взять эти опционы, эти акции, и чтобы они росли, тоже заинтересована. К сожалению, у нас вот эти поправки никакие не были сделаны, топ-менеджментам ничего не дают, голая зарплата, поэтому им выгоднее, как они раньше там откаты получали с закупок. Им выгодно по такой же схеме и работать. Уникальной для отечественного рынка называют финансисты историю выхода на IPO Каспий. Меньше чем за год доходность по акциям компании выросла в 3 раза. Такие темпы привлекли внимание иностранных инвестиционных фондов. По сути, отечественному рынку нужны новые инструменты развития. Если смотреть более глобально, то мы в Казахстане на данный момент, мы именно в финансовом плане, мы не входим в развитые страны. Наш финансовый рынок, он называется пограничным рынком, то есть frontier market. И чтобы нам войти в список развивающихся стран, нам нужно развивать рынок. Вложения в активы компаний, выходящих на IPO, тоже сопряжены рисками. Поэтому неопытному инвестору нужно подходить к участию в данной программе комплекса. Все снова крутится вокруг финансового плана и целей. Но если вы все-таки решились инвестировать, то опытные игроки рекомендуют не терять времени. Ситуация на рынке благоприятная. Во время IPO инвесторы рекомендуют вкладывать не в одну компанию, а в пул. И то не больше 20% от имеющегося капитала. И чем раньше портфель начнет работать, тем на больший результат можно рассчитывать. Камила Тастамбекова, Григорий Беденко, Жандос Султангазы, Хабар 24. В Кызылорде жители 5 дачных массивов просят местные власти построить новую дорогу. Чтобы добраться до ближайшей остановки, загруженным урожаем дачникам приходится преодолевать пешком по 5 километров. Из-за разбитой дороги постоянного рейсового маршрута там нет. По их словам, единственная «Газель», которую назначили в автобусном парке, отказывается приезжать даже за дополнительную плату. Дачный массив на окраине Кызылорды насчитывает 5 крупных садоводческих обществ. Место по праву можно назвать особенным. Вокруг плодоносящие деревья и кустарники, чистый воздух. Жумагуль Бакенова живет здесь с семьей уже почти 30 лет. Вместе с супругом выращивают экологически чистые овощи и фрукты. Урожай продают в городе. Только добираться до рынка с каждым годом становится все сложнее. С утра 2 бедра вон повез этот виноград. Здесь стоял час, автобуса не было. Поехал, его какой-то знакомый подвез до аэропорта, и там полчаса стоял, и потом такси поймал, там до базара еле доехал сегодня. А как возвращаться? Потому что не знаю, теперь на такси, наверное. Что он продал на такси, теперь 2000 или 3000 на такси. Автобус, который не хочет сюда ехать, потому что плохие дороги. Дороги ужасные. Если будут дороги хорошие, то и автобус будет ездить все с удовольствием. А так никто не хочет сюда автобусы. Большой автобус ехать не может, низкая посадка. Все цепляет, это можно понять. Газель не хочет ехать, у него там свои какие-то, не знаю, проблемы. Сколько у нас людей, мы ездим, мы около 500 тенге только на наш газель кидаем. Каждый человек за ведро берет, за то берет. Ладно, мы и на это согласны, но нет газели. Угу. Газель, которая сейчас ездит, захочу, поеду, захочу, не поеду. О проблемах дачников городские власти знают хорошо. Еще лет 7 назад местным жителям обещали построить новую дорогу. После сделали ямочный ремонт. Однако надолго его не хватило. Дорога вновь вся в ямах и ухабах. В акимате заверили, вопрос решат до конца года.
разработали проектно-сметную документацию на подъездную дорогу именно в дачном массиве, где вот, который вы указали. С нашей стороны направили бюджетную заявку на финансирование данного проекта. Ожидаем. По мере выделения средств в этом году мы планируем. Частные перевозчики у нас жалуются, вот в некоторых рейсах 2-3 человека всего лишь. А по существующим тарифам это как бы это не покрывает их расходы. Они тоже выходят, тоже они просят, чтобы мы увеличили тариф. Но пока они, мы сдерживаем. Сегодня многие дачники уже и не дачники совсем. Люди строят полноценные дома. По словам активистов, здесь проживает около 3000 человек. По сути, это уже целый поселок. Теперь местные жители намерены добиваться от властей присвоения им статуса сельского округа. Это позволит не только решить их существующие коммунальные проблемы, но и сделать местность процветающей и безопасной. Кристина Алмаз, Казаханат Енсибаев, Альхайдар Турлыханов, Кызылорда, Хабар 24. В Таразе поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра. Из-за этого эвакуировали больше 300 человек. Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. А в Кызылорде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Все подробности в хронике происшествий. В Атырау неизвестный ограбил 45-летнюю женщину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник силой выхватил сумку с 60 тысячами тенге и разбил мобильный телефон потерпевшей. Подозреваемый задержан, проводится досудебное расследование. В Кызылорде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Двое получили 1 год ограничения свободы, а третьего оштрафовали на более 500 000 тенге. В арендованном помещении они установили компьютеры и загрузили интернет-казино. В виде вещественных доказательств были изъяты мониторы, процессоры, модем, телевизор и почти 250 тысяч тенге. С 5-го этажа своей квартиры пытался выпрыгнуть житель Восточно-Казахстанской области. Свести счеты с жизнью 30-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, намеревался из-за ссоры с женой. Предотвратили трагедию стражи порядка. Одному из полицейских удалось попасть в квартиру и оттолкнуть мужчину в безопасное место. В Актюбинской области 3 дня тушили крупный степной пожар. Горел сухостой на территории Айтекибийского района. Предварительная площадь возгорания составила 15 тысяч гектаров. Помимо пожарных, с огнем боролись сотрудники лесного хозяйства и добровольцы. Жертв и пострадавших нет. Ложная тревога. Торгово-развлекательный центр заминировали в Таразе. О якобы заложенном взрывном устройстве сообщил по телефону неизвестный. Из-за этого из ТРЦ полицейские эвакуировали больше 300 человек. Здание полностью проверили, никаких взрывчатых веществ не нашли. По факту сообщения о заведомо ложной информации в полиции начали досудебное расследование. Золотые артефакты, найденные при раскопках древних сакских захоронений в Восточно-Казахстанской области, впервые покажут в музее в Великобритании. Как пишет британская The Guardian, выставка откроется в музее Фицуильяма в Кембридже и расскажет об истории малоизвестной цивилизации, процветавшей с 8 по 3 век до нашей эры. Выставку «Золото Великой степи» музей назвал археологической сенсации. В ней собраны 300 выдающихся золотых артефактов, недавно обнаруженных в древних погребальных курганах Берель, Шелекте и Еликес-Азе, построенных саками в Восточном Казахстане. Одним из центральных экспонатов станет лучник, молодой сакский воин, которому на момент смерти было не больше 18 лет. Могильный комплекс от разграбления уберег обвал скалы, который скрывал захоронение свыше 2500 лет. По данным Музея искусств и древности Кембриджского университета, это второе нетронутое захоронение саков, обнаруженное в Казахстане. Выставка начнет свою работу в сентябре. И теперь официально Пари Сен-Жермен представил 6-кратного обладателя золотого мяча Лионеля Месси. Клуб для аргентинского нападающего станет лишь вторым за всю профессиональную карьеру. 17 лет футболист провел в каталонской Барселоне. Подробнее о самом громком трансфере этого лета расскажет Буржан Валиев.
В это трудно было поверить, но теперь нет никаких сомнений. Месси будет играть во Франции. Теперь у аргентинца 30-й номер. Именно под ним 17 лет назад футболист дебютировал в составе Барселоны. Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в ПСЖ. Клуб и его видение футбола полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы игроки и сотрудники этой команды. Я полностью решим создать вместе с ними что-то прекрасное для клуба и для болельщиков. По данным журналистов, Месси будет получать 35 миллионов евро за сезон, включая бонусы. Контракт рассчитан на 2 года с возможностью продления на еще один. При этом в договоре присутствует пункт о приоритетном положении сборной Аргентины. При официальных или товарищеских матчах парижане не имеют права запрещать Лео представлять свою страну. Кроме того, медицинский штаб бело-голубых будет иметь доступ к объектам французского клуба. Тем временем в Барселоне пришел настоящий конец эпохи. На Камп Ноу убирают плакат с изображением Месси. Каталонцы не смогли переподписать капитана из-за финансовых ограничений Ла Лиги и больших задолженностей клуба. Изначально даже в самом ПСЖ посчитали, что новость об уходе Месси – только блеф, способ надавить на руководство испанского футбола. Но теперь в этой истории поставлена точка и начинается новая глава. Вместе Барса и Месси выиграли 35 трофеев, среди них 10 чемпионств в Испании и 4 победы в Лиге чемпионов. Биржан Валиев, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Обязательно увидимся. Берегите себя.